Микрорайон Патроков во Владивостоке ждут большие изменения в этом году. Один из них – завершение строительства школы по нацпроекту «Образование». Основной акцент мы сделаем на внутриквартальные дороги, но и завершение строительства школы на 1275 мест также планируется в конце текущего года. Работы ведутся полным ходом. Сейчас на площадке вот вечером 192 человека. Продолжаем контрольные мероприятия. Работы на объекте ведутся в две смены. На этой неделе строители заняты отделочными работами и устройством сетевых коммуникаций в будущих корпусах. Мы сейчас присутствуем в разгаре работы второй смены. Работаем на нескольких корпусах. Мы готовимся к бетонированию перекрытия третьего корпуса и переходов в корпус административный, где как раз расположен бассейн, актовый зал, библиотеки и большая столовая на 600 мест. Также мэр подчеркнул, что работа по преображению района идет комплексно. В этом году здесь построят новые дороги. Работы планируют начать весной, когда будут стабильные положительные температуры воздуха. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.